Во Франции снова протесты желтых жилетов. В Париже на площади Бастилии прошли маршем сотни женщин. Тем временем новостной канал BFM отказался освещать манифестации. Накануне во время протестов пострадали несколько журналистов и операторов. Всего в акциях участвовали около 50 тысяч человек, 345 задержаны. Глава МВД заявила, что в отношении манифестантов теперь будут принимать более жесткие меры. Какие именно, правда, он не уточнил. При этом вице-премьер Италии поддержал желтые жилеты и призвал демонстрантов не сдаваться в борьбе за свои права.